Всем привет на моем 178 стриме, и сегодня мы будем проходить игру Ring Runner Flight of the Sages. Я не знаю, что это за игра, мне ее подарил в стиме и, ну, получается, зареквестил Теркил. Но он вроде сейчас обещал подойти на стрим. Сейчас вместе посмотрим, что за игра. Как бы я не обещаю, что я ее точно пройду, да, ну если понравится, то пройду. Но если совсем не понравится, то может дропну. Ну, это как бы, то есть, ну, так сказать, не обязуюсь пройти. Привет, Алексей Альферов, привет, Венеркил, привет, Кадеум. Да, я уже приехал с работы, что удивительного.
Так, сейчас запустим. Не понял. Игра схавала мышку. Привет, Тираон. Такс. Да ладно, это не настройка, это так, просто быстрый захват, все. Играть я буду на контроллере Xbox 360. Ну, это так, просто для информации. Ну, русского языка здесь нету, но тем не менее здесь вроде бы есть сюжет, так что по мере способностей уж там как получится. Begin campaign. Rise and shine. Так, Rocky. For players who are new to space shooters. Сложность, да? Типа Rocky, этот как это называют, ну типа салага. Для игроков, которые новички в спейс-шутерах, космических стрелялках, то есть раннер, типа бегун, ну не знаю, как это более точно перевести в данном случае. Для ветеранов космических стрелялок. Сейдж, это же, по-моему, нет, это не маг, это мудрец, по-моему, да, или нет, не помню. Ну, короче, типа, крутой. Для игроков, ищущих испытания, Архсейдж. Для игроков, которые и не думают умирать, Флудед Гейт. Для игроков, кто не думает умирать много, ну, не знаю, может, акрил перевожу. The Pool. Это, ну, это... типа жесткая старая школа, типа для старой закалки типа игроков, да? The Union, только для мазохистов. Нет, мы будем играть на стандартном уровне сложности, в настройках там я только вот эти видел, раннер это стандартный. Хотя, не знаю, ветераны каких-то спейс-шутеров, я впервые буду играть в спейс-шутер, так что по идее мне бы Rocky, но все-таки, наверное, поставим, ну, чтобы как-то не на изике, да? Что это? Где я? Я отвечу тебе это. Кто это говорит? Я тебя не вижу. Не беспокойся. Ты не потерял свой рассудок. Хорошо, может только маленькую часть. Они сделали комнату для меня. Я не Неро, твой новый нейро этот, ну, худ типа, нейро интерфейс. Но ты можешь называть меня я. Ну как-то, ну я смущен, ну типа. Ну короче, вы поняли, не знаю, как литературно это сказать. Да-да, вопросы. We'll get to this later. Ну, это позже к этому вернемся. Прямо сейчас здесь... Pressing concerns. Ну, типа, наверное, есть более важные вещи, не знаю, кто правильно. Например. Например, заброшенное судно. Ну, с тревогой. Ну, как состояние тревоги. И слышатся звуки взрыва. Взрывов. Кто нас атакует? Что мы должны... Что я должен делать? Я только родился. Ты взрослый.
И, блин, не слишком громко этот звук? У меня в наушниках громко. Ну, короче, если... Блин, переключил. Но если нужно все-таки погромче сделать, то скажете. Тату или пирсинг не волнует тебя? Что? Я не помню ничего об этом. Must be in some party. Хэзэ, короче, не знаю, как это правильно перевести. А, теперь отправляйся в док. Ну, типа, пока эти бомбы не обнулили мою гарантию. О, вау. Кое-кто покинул Меркурий. Как провиденшнл, не знаю, короче. Maybe it belonged to me. Хэза. Ну, я говорил так, не буду за словарем там лезть, как бы. Ну, если вы хотите, можете подсказывать в чате, но как бы я тут не буду сильно сюда отдаваться, если не могу сходу перевести. Что там было? I know. А, его можно листать. Я знал, что здесь было что-то, что мне нравилось в тебе или о тебе. Я не только говорю это потому, что я в твоей голове. Ты пилот. Ну, типа... Assume это... я передам тебе знания, как управлять этой штукой. Возможно. Просто иди и доверься. Твоя амнезия карикатур. А, you amnesia карикатур. А, типа ты, ну понятно. Типа карикатура на амнезию. Давайте уже геймплей, кшончик-то, ну. Ой-ой. Панчит. Ну, типа, подстрели его. Правильно. Которого из их? Right trigger. Hold down. Right trigger? Ага, это RT. Не, панч это нет, это... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, left stick, left. Не, не играл. Steer left and... В настройках можно между стиринг и direction rotation, понятно. Похоже, что судно было Evasion Drive. Не знаю. Флик, right stick, regain burst of speed. In the direction. Что-то пока сейчас не до конца понял. РБ что-то вообще ничего не делает, по-моему. А стик этот правый эту, ой-ой. Правый курок, он его похоже нужно с каким-то таймингом нажимать, я пока не понял. А у меня же стрелять есть чем, да? Правда, мне об этом почему-то не сказали.
А как его по речи-то направлять? Что-то я не понял вот этой темы. Или никак, типа инерция, все дела. Не знаю. Ну, как бы я, наверное, могу пообещать когда-нибудь посмотреть ее на стриме. То есть, видишь, вот эту игру мне TRKill подарил довольно давно. Ну вот, но руки до нее дошли только сейчас. И как бы я не обещаю пройти, но посмотрю хотя бы. Если ты хочешь. Если понравится, то пройду, может. Ну и, ну-ка, не говорю, что это скоро будет. Так, well, that was an ODD architectural decision. Ну, это было странное архитектурное решение. Я думаю, мы сейчас в безопасности. Посмотри на маленькую зеленую точку на faint ring around the ship. А, ну вон там, да, видно, кружочек вокруг корабля, и там зеленая точка. Это waypoint. Можете нажать back to карту, чтобы нажать так. An active waypoint disappears green X on the map. А, типа куда надо, да? Это также покажет тебе все bases are on this, короче. Кто здесь? Несколько ринкранеров. Причина достаточно, чтобы уничтожить их. Просто уходи отсюда. Так уходить или стрелять? Нет. А, уходить. Хорошо, я выключусь на несколько минут, чтобы обновить мою прошивку. Just hold her steady. Хз, короче. Ну, типа, справляйся сам, видимо. Ну, короче, говори, что мы прошли не очень. Привет, TRKill. Что? Не понял. Я думаю, у нас ситуация. Он говорит, что за вся ширь вселенной, и ты летишь. Привел нас прямиком в поля Туроцов. Ну, не знаю, Файлтов Туроц. Туроц это я хз, что такое. А ты сказал вот это вот Holder Steady. То, так что это то, что я и сделал. Ты знаешь, это должно быть тактический гений. Я знаю, что ты, не знаю, come around to me, окружаешь меня, что? Ну, короче, they never suspect we're crazy, ну, это чё? Ну, типа, не подразумевалось, что мы настолько сумасшедшие, что полетим прямиком в этот Turret Field. А, стоп, Turret Field это не кольца случайно планет? Не, вроде нет.
Но, однако, мы это сделали. Не знаю. Че, надо его это? Бом-бом? Flick right stick to perform a base maneuver. Что-то зеленая линия, чтобы переключаться от турет к турет. Reticule, not just for show. Топ left bar, вот это что он показывает, энергию цели. Снизу слева отображается нагрев в красном. Сверху справа щиты в зеленом. Понял, полосочки такие по бокам у нас вертикальные. И снизу справа эти целостность корпуса в сером. У нас есть вот эти полоски на краях экрана. Ну понятно, повторяю. Корабль уничтожится, когда этот хулс будут. Ну, когда, короче, заполнится полоска хул, видимо, то это все ГГ. Что-то не работает стик. Оп. Так, ну я, кажется, почти начинаю осваивать. Ну, блин. Немножко, конечно, сложновато в управлении. Но жить можно. Их, я так понимаю, все-таки не... Блин. Не обязательно всех уничтожать-то. Потому что вон у меня цель-то на карте, в принципе, нарисована. Так, давайте попробуем улететь. А карта же у нас есть. Ой, нет, далеко лететь-то. Will you quit playing around and get us? Типа ты закончил здесь играть и уносишь нас отсюда? Почему это всегда должно называться уносом нас отсюда? Take me to one decent place. If you're tired of hearing it. Что? Не понял. Лун? Ты лун? Я в голове луна, что за лун? Ну ладно, давай просто отправимся к вейпоинту. Ну понятно, понятно, можно настройки поменять.
Привет, Ксенрир. Да, специфичную игру играю. Мы сделали это. Я так горжусь тобой. А почему Enemies Defeated 0-то? Чё? Похоже, что здесь чисто. I kinda wanna go back and kill more zombies. Я хочу вернуться назад и убить еще турель. Это, видимо, турель все-таки, да, турель. Zap your brain stem. Ты идешь стримить, а все ты идешь стримить. Только не говори, что финалку. Эти раннеры такие же сумасшедшие, как и мы. Они преследуют нас сквозь поле турелей. Boogie on our six. Can we outrun? Мы можем от них убежать? Хорошо, наши conventional какие-то там такие быстрее, но мы got no unsure drive. А, у нас типа нет вектора направления, что ли? Unsure это, по-моему, этот. Да, это либо вектор, либо стрела, я не понял, но, видимо, вектор, наверное. Ну, типа не проложен курс, походу. А, не, вектор это и так и будет вектор. Анчор это что-то другое. Ладно. Так что мы вступаем в какую-то эндуренс гонку. Ты думаешь, мы у нас закончится топливо перед тем, как мы это сделаем? Этот корабль имеет threaded потоковое ядро. Потоковый двигатель какой-то, хз. Его мощность будет, ну, короче, бесконечное топливо. Моя батарея питается... А, it's my battery sap, is it time? А, это, ну, то есть оно является источником моей энергии, так что я беспокоюсь по поводу твоего уровня сахара в крови. Что ты имеешь в виду? Ты видел какие-нибудь снеки или фрукты на корабле? Нет. Да, тебе нужно. Они нужны тебе. А, мне нужны. Мы gonna have to fight our way out of this one. Что? Типа вступим в бой и, по пути, что ли? Окей, только еще один вопрос. Чё за фигня вот эта буги? Без ответа оставил. Это не очень. А, бой. Я понял. Типа первый норм бой такой, да, наметился. Стоп, еще один? А, так мы уже уничтожили, что ли, двоих? А чё они такие неудачники? Почему их один какой-то корабль унижает?
О. Да хочу вот это взять, хрень, ну ладно. Что это за фигня, я не понял. О, вот это что такое? Хочу. Плекс какой-то. Что-то у них какое-то оружие упоротое. Не знаю, как долго я смогу удержать Keep This Up. Ну, типа, как долго выдерживать это. Есть какие-нибудь идеи? Dying World Simply Things? Что? Умирающие должны... Чё? Вообще не по простые вещи? Что? Как это можно перевести фразу? Это немного пессимистично. Доверься мне. Да ни хрена себе. Что-то я как-то прям в центре боя, ну. Ничто ж хотя бы одну хрень какую-нибудь. Вот. Другое дело. Что, нельзя было сразу? Они же вообще там какие-то коробки летающие вообще. Как можно им сливать? Не, ну вы придумали, конечно. Там какие-то котлеты летающие. Чего они какими-то пузырями срут? Да лол. Не, ну охренеть вообще. Так и залогнется недолго. А присеет-то не помню, что это такое. Ну, типа... Немножко не понял, но типа я... Ну, мне нравится, как ты пилотируешь, но иногда единственный путь к победе — это вот конвайнс, я не знаю, твоих оппонентов. А, типа, обмануть, наверное, да, твоих оппонентов, будто ты проиграл. Твой current objective displayed on the bottom right corner. Не понял, короче, что имел в виду. А. Ну, типа, мы их обманули. Короче, там вначале какое-то было вступление, я только так средне понял, не стал озвучивать. Ты видишь синюю шкалу слева сверху? Да, вижу, конечно, что раз об этом говорили.
Она показывает энергию. Да. А когда она пуста, эта капсула переключается в... Что? Cold coffin? В холодный кофе? Или что? Я не понял. Это Space Fuel Energy. Ладно. Ты думаешь, мы найдем корабль в этом мусоре? Если нет, то мы fit right in. Они нас не видят. Двадцать шесть врагов убил. Ни хрена себе. Ну, что-то они какие-то не очень. Сенсоры дальнего действия обнаружили улон. Фарсайт. А, ну, типа, походу, цельный кузов, что ли, на дальней стороне этого мусорной свалки. Он, возможно, salvageable. Не знаю. Ну, типа, наверное, там что-то есть, да. Но тебе может это не понравиться. У нас есть выбор. Нет, пока. А, не пока ты хочешь. Become permanent. А, пока ты не хочешь стать частью этого мусора, да? Вроде. А, ни хрена себе, это огромная какая-то шняга. А, ну типа я ударился, она возмущается. Я так понимаю, нам тут обследовать нечего, да? То есть нужно к точке прям лететь. А, мы можем это обстрелять же, да? А, нет, мы не можем стрелять. А, ну да, мы ж типа повреждены, но я понял. Хотя, вроде у нас все целое. Оп-оп-оп. Ну, почти. Ну, вроде shields-то полный, а хул не заполнен. Пустой. О, станция. Где ты там мусор увидел? Стоп, мы здесь не сможем, да, пролететь, я так понимаю. Ну, вот тут облетим. Что-то пусто. Как будто никто не хочет собирать тут полезные вещички. Должно быть полно всяких этих, как это называется-то, ну, всяких мусорщиков. Кто-то же сюда это стаскивает. Или просто здесь была космическая битва какая-то. И так все оставили. Это она, один Черчилл. Ну, это релик из эры Бравер, где люди использовали звезды, а, исследовали звезды в славный трэш-кэнс, не знаю.
А, это типа мусоровозы, что ли? Или нет? Хз, короче. Так, ты можешь найти один из таких в музеях и на свалках. Ну давай глянем. Смотри, у него есть бампер стикер. Там, ну надпись типа. Там написано My other ship is a coffin. Ну типа мое другое судно, а вот это coffin, я так и не понял, что это такое. How they know? Фиг его знает. Ну давай, что, надо его как-то подлететь, что ли, да, к нему? Опа, собрали. А, мы пересели, что ли? Плохие новости. Двигатели этого судна, похоже, ну, бастет, ну, типа, разрушены, да? Двигатели в порядке, просто полностью закончилась энергия. О. Привет, Найтрики. Не беспокойся, друг. Один. Только сир. Какое-то правило, какой-то сир раннеров, да, если правильно понимаю, действительно следует, что. Из этого следует, что каждое судно имеет два источника энергии. Если один заканчивается в кольце. Я пока просто не очень понимаю, что такое, ну, вот это ринг с большой буквы, то есть кольцо, да, что это имеется в виду. Ты должен cause an unsure space collision that would wipe out. Ну типа должен отвезти его на свалку, что ли? Или Хэзер, короче, не понял. Даже старый Черчилль имеет два ядра. Нажми так D-pad вниз, чтобы size focus and reload energy там. Оп. Отлично, теперь убираемся отсюда. Это быстрейший курс. Погнали. Убедись, что используешь Afterburners RB. Это замедлит нас. То есть надо держать РБ все-таки, чтобы быстрее лететь. Все. Если тебя интересуют безумные вертолеты и страдания, то тоже заходи в 6 часов. Ну посмотрим, если не буду стримить, может зайду. Смена планов. Иди сюда. Почему? Я часть твоего мозга. Ты должен научиться доверять мне. Просто. Ну, короче, хз. Короче, просто. Нужно протестировать какие-то орудия. Похоже, что фотокастер bound to X. Ну, X, понятно. Не уверен, если эти древние ракеты все еще могут стрелять. Ну, короче, понятно. Только один выход узнать. Попробуй нажать Б. Понял, нажимаю Б. Лол. Что за фигня сейчас была? Привет, бобер.
А, ну мы узнали, что ракеты все еще работают. Докинг Клэмпсон, где на не очень понял. Отлично, ты ученый. Просто лети вперед к вейпоинту, ну, к пункту назначения, пока я представляю это. А, или что, обдумываю что-то. Короче, хз. Ну, так, что он... А, перепутал кнопку. А, его нельзя, что ли, уничтожить? А, нет, вон можно. А, они же не бесконечные, я так думаю, да? Да, не бесконечные. Но я все-таки уничтожу, хочу посмотреть, что произойдет. Ну, ничего интересного, окей. Да лол, ну... Ну, вернись, ну, блин, такой не маневренный что-то вообще. Подожди, я правильно понимаю, что он нам предлагает использовать Б, чтобы ускориться? Ну, вот эти ракеты. Да ну не, ну, оп. Мне что-то так не кажется. Я же тут врежусь во что-нибудь. Ой, меня что-то понесло прям жестко. Ну да, предлагает. Y shoot fire salvo for longbow. А, теперь Y, давай. Отлично, все орудия работают. Теперь посмотрим, что вон в той коробочке. Уничтожь ее. А, я сказал... А, ну, типа, легонько уничтожь ее. Так, а мне что, ее типа взять предлагают, что ли? Довольно слишком много диалогов, как по мне. Ну, надеюсь, что это так сейчас в начале просто. Потому что пока как бы сюжет не заинтриговал сильно. Поэтому как бы, когда много диалогов при не заинтригованном сюжете, это как бы не очень. О, похоже, кто-то там есть в мусоре. Лучше держи ну, на типа включенном фотокастер какой-то. А, X. Эй, ты! Этот, как это называется-то? А, охотник за мусором, ну типа. You gonna kick your shorts in? Ну понятно, ну короче, нападает он на нас. Ой-ой-ой, какой опасненький это он был. Ну, что-то как-то нереалистично, конечно. Если у нас настолько превосходящее оружие, что он напал-то?
он с какого-то мусорного клана. Не выглядят они что-то суровыми, честно говоря. Вообще. У нас плохие новости. Raptors of Strange Fighters. А. Типа они могут прийти откуда угодно, что ли? Что за крейт? Давайте возьмем. Ну, тратьте. О. Вест-Ярд. Полетели. Но они оттуда пришли, вот именно. Вест это... А, ну вон у нас точка есть. Ну что ж ты, ну ты... Ну чуть-чуть поворотливее будете, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что космос, все дела, ну блин... Внезапненько. Ну все, готов. Что-то нас вообще практически не ранят даже, лол. Там может быть что-нибудь интересное? Не, ничего. А, нет, что-то есть, лол. Оно же исчезает со временем, да? Рубли какие-то. Плекс. На рубли похоже больше. Очень инертное управление. Вообще жесть. Да возьми ты... А. Понял. Это еще не, это нельзя было взять, надо было разбить вначале. Ну, не заносись ты так. Не, ну что-то, по-моему, переборщили немножко с инертностью, честно сказать. Ну хотя, может, я про РБ просто забываю. Да блин. Немножко залажал с управлением. Давай посмотрим, что тут. Пока непонятно, что нам, в принципе, ну, какая у нас цель в игре, да, то есть. Ну вот мы хорошо, но у нас есть корабли, что. У нас есть нейроинтерфейс, и что. Ой, большой корабль. Карьер это грузовоз, что ли, или что?
А, мусорщик. Фардихей в киченет. Батис покинг нашел тут. А, держать ценовое расстояние от него нужно. Ну, как бы с дальней дистанции ракетами фигачить его. Да, им еще попасть надо. Ну, не подлетай же, сказали же, и дрейф. Не, можно пролетать, но только надо на скорости. Да, у нас хватает щитов для этого. И что, мы турели уничтожили и сразу весь корабль уничтожился? Р-реалистичность. Ой. Мы только что уничтожили этот мусорщик. Да, но у него были оружие. Ну, он был вооружен, так что с моралью все в порядке. New pre-built Hull and Locket. Let's get the крейсер on the other side. Идем к какому-то крейсеру. У него есть Пенут Паттер Кап Эмергенция. Ну какая-то тревога непонятная. Ну типа система обнаружения, видимо. Они не убегут, если увидят, что мы приближаемся. Странно, что они убежать-то должны. На этом старом Черчилле не они у них есть чакл. Я не знаю, что такое чакл. Но мы увидим, посмотрим, кто, ну, кто будет последний смеяться. А, у него нету этой ш... Блин. У нас, короче, нету вот этой маневренности, которая была в начале, у вороты вот эти. Она на том корабле осталась. Так стоп, а сфига ли у них Черчилл? Это же сказали, что только в музее можно найти. А, в музее или на свалке, ну я понял. То есть у мусорщиков найти Черчилла это типа норма. Каких-нибудь запасов, а то что-то как-то стрёмно.
Так, ну вроде у нас все в порядке со счетами. Так вот, что именно было планом, мы должны были достичь этого крейсера. Peanut Butter Cups. Не знаю, как это переводится. Я имею в виду перед этим. Помнишь, какие-то там текучие боеголовки, которые мы подобрали? План, взорвать его в крей... Ну, типа, как это сказать? Выстрелить ими в крейсер. Что-то оно там само переключилось. Ой-ой-ой-ой-ой, опасненько. У него там куча турелей. К счастью, нам не нужно подходить ближе. Готов. Нажми А, чтобы выстрелить биооружием. Дыдыщ. Бамс. Лёль. Смотри, они убегают. Крейсер теперь свободен от центрианцев. Не понял, типа мы его себе что ли заберем? Арахисовое масло? Типа, я так понимаю, мы его себе что ли забираем или что? А, да, хайджек абандонит крейсер. Ну, угнали, короче, крейсер. Я не могу больше есть масло, видимо, да? Посмотрим теперь. Теперь я чувствую invigorated, хэзэ. Соусы, лайк, клейм, спагетти. А, типа... Что-то соус похож на спагетти, что ли? Ну, короче, фиг знает, по еде что-то говорят. Я могу чувствовать диабет и sipping into my toes. То есть, чё? Что означает эта тревога? Это, ну, к нам кто-то приближается. Ты сказал, что судно uninhabitable for years. Это как это сказать-то? Непригодно для жизни на годы, да? Для людей, да. И крюглеры. Крюглеры являются центрианами, которые являются людьми. Но это не крюглеры. А кто же там? Не знаю, но они не выглядят дружелюбно. Пойдем, давай возьмем турели, потом включим перед и сделаем, ну короче, размельчим их. Я только одной до турельки могу управлять. Я так понимаю.
Ты сейчас на территории скам, Крюглер, которая... Ну, это означает, что это наш крейсер. Так что руки прочь. Ну, нашли, на кого нападает, ядрить. А, вот, тут еще другое оружие есть. Ну все, удаляйте. А, так не обязательно спамить кнопку, можно держать. А, ну это нагрев повышает, понятно. Теперь я наконец-то понял на самом деле, что такое нагрев. Это нагрев пушек, короче. И все. И они надеялись отбить крейсер вот этим. Не все, но... Они нас одну турельку отбили, что ли, все-таки, или что, или нет? Что написал, я не вижу. А, они бегут. Кто эти парни? Какой-то очередной этот клан мусорщиков, не совсем, а или не уверен. Они типа не объяснили. Бегите, бегите. Ачивка. Penalty Butter Sage. По-моему, в захвате ачивка не показывается, да? Это маленькая скирмиш с вот этим скам. Bruised all engines. Что? А, ну типа повредило что ли наши двигатели или что? Нам нужно отправиться Harvest, не знаю. Ну типа отыскать, наверное, немножко плекса. Из скрепа, ну, с мусора, наверное. А, стычка. А, стычка с ним, типа, повредила двигатель, наверное, ну, понятно. Ну, короче, нам нужно плексы добыть, ясно. Давай посмотрим, что... А, какие тут корабли остались в ангаре. У нас есть ранг 1 файтер, F1 Переджи. А Харвест собрать, ну понятно. Кстати, я что-то не понял. Если этот корабль после биобомбы не пригоден для жизни людей, то почему я могу тут находиться? Или типа, я не человек? Ранг 1, кастер C1, Сарухейм. Ранг 1, Рух, R1. Истрея. Это вообще шаттл какой-то маленький. Ранг 1. Грапплер. G1 квад. Ну вот вроде нормик такой придет. Ранг 1. Арсенал. А1 Черчилл. Ну это наш. О! G2 линк. Это ранг 2 грапплер. А, ну, граплер какого-то уровня 2. Граплер это я хз, что такое.
Это должно быть великолепно, давай сделаем это. Это итак, полетим и Cargo Loader Ability X. Это задержит мусор на несколько секунд перед. Ну, короче, притягивает, видимо, мусор, да? Если хочешь проверить другие возможности. Понял. Ну понятно, я просто проверил кнопочку, да господи, ну. Нифига, это мы его так откинули, лол. А если сейчас на крейсер кто-нибудь нападет? Что-то А и Б надо проверить. А, кстати, вот это же вот, это же Плекс, что я не взял-то? Он, кстати, намного более маневренный, чем он та колымага, на которой я до этого летал. Ой-ой-ой-ой-ой, ты куда? Лол. Я тебя не хотел. Ну да, тем не менее, даже с маневренностью я умудрился врезаться. Ну, возьми ты эту штуку. Да нахрен эти возможности, я не понимаю. Нет, не в крейсер. Мне же нужно плекс собрать. Зачем мне в крейсер-то кидать? Я так понял, мне нужно просто плекс насобирать и все. Просто надо разбивать эти коробочки. Вот, видишь, плекс. Вот, плекс собран. Коллект трэш писец. Да ладно. А чё за чушь? Ну блин, ну это немножко неудобно. Я не могу поворачивать и. А, он не бесконечно, короче, держит. Вообще как-то нелогично кидать мусор в крейсер, что-то я еще не понял фишку, честно говоря. Куда он улетел-то? Похоже, мимо. Нет, то бред какой-то. Не знаю, кидать что? Мы что, хотим его разрушить, что ли? К тому же с таким управлением, ну как бы я понимаю, что да, это лучше, чем было, но, блин, все равно очень инертно. Да блин.
что? А, я типа его сломал, что ли? Не, все-таки там написано было плек собирать. Я буду плек собирать. Трэш писес. Написано, да, кидать, ну блин. Не знаю, чушь какая-то, по-моему. Я вот разбиваю и собираю плекс. И вроде бы это кажется логичным. Потому что нам нужно двигатели там зарядить, что-то перепочинить. Вот плекс собран. Что не так-то? И вот еще плекс собран. Ну, потому что кидать в крейсер мусор слишком сложно. И как-то, ну... Не похоже, чтобы в этом был смысл, и... Как-то... Да блин, ну... Неудобно немножко вот все-таки с управлением. Ну, в смысле... Не знаю, как-то я не... Забываю про тормоз, как-то он... Так, что тут еще можно сломать? Да возьми ты это. Что-то собрал, но не плекс. Это я долго буду разрушать явно. А прикол в том, что я одним мусором могу другой разрушать. Плекса нету больше, но пока что не попадается. Что-то странно, прогресса не видно, чтобы как-то показывался. Ну попробуй все-таки кинуть, ладно. Вот эта штука, кстати, проще летать между этих обломков, вот когда нужно просто на скорости. Так, вот он. Ну и что в тебя кинуть? Ну блин, далеко нести мусор-то. Да куда ты упорот, что ли? Блин, понятно.
Ну, правда, не, ну, как бы я смысла в этом вообще не вижу. Честно скажу. Бред какой-то. Типа в этих обломках больше плекса, что ли? Сколько мы не можем вручную собрать или что? Как это объясняется? Не попал, да? Ну, я так много не насобираю, честно сказать. Потому что далеко нести и что-то я утеряю. Ну что я сделал? А он точно до конца улетает или его тут можно найти где-то? А, можно найти. Да не ту кнопку, лол. Хотя должен попасть, по идее. Ну, давайте вот этот еще подберем. А, попал. Видимо, не попал. Так, а на карте же должен отображаться, да, мусор? Ага. Осталось два. Один. Фух, ну все. Ой-ой-ой-ой-ой. Выглядит плохо, согласен. Лучше увеличить скорость нашего сбора мусора. В смысле, какой сбор мусора? Иди, отбивай атаку. Я же все собрал. Че, упорот, что ли? Сколько еще собирать-то ему надо? Чё, я не пойму, что нужно сделать-то? Ну, я разобрал все, что нужно. Отключите ваше оружие. Король запрашивает аудиенцию. Звучит немного политично. Ну, дипломатично, да, типа. Центрианцы, ну, типа, устраивают переговоры только когда они действительно мифят. Ну, видимо, когда у них затруднительное совсем положение, что ли. Лучше посмотреть, что он скажет. Или когда заинтересованы, может. Слушай мои слова, но не говори, собиратель мусора. Твоя жизнь напрямую зависит от твоей способности слушать. Ты убил моих людей. Ты украл мой крейсер.
ты pillaged, ну, типа, присвоил, наверное, мой мусор. И это то, что Vexus me most. Ну, типа, ну, хз, наверное, злит или чем-нибудь такое. Ну, я должен иметь твою голову в качестве этого орнамента. Ну, вы поняли. Но я Salvager. Я не знаю, кто такой Salvager. Может, торговец? Нет, трейдер торговец, а Salvage? Не помню. Я типа не трачу типа попусту, да? Время, что ли? А, ты присвоил себе мой мустер, это то, что выводит меня из себя больше всего, понятно. И любой человек, способный уничтожить несколько этих скамфайтеров, ну, типа, вождь, я не помню. Ну, типа, он норм. Ты будешь гордиться этим ворс, забыл, ну, как новым, а как новейший гладиатор в моем лудус. Я держу в моих руках железную кулар гладиатор. Кулар, не знаю. А, ты показал, чего стоишь и достоин быть моим гладиатором, понял. Это не удаленно управляемый декапитатор, но Badge of Honor, индикатор доблести. А, ошейник, понял. А, думай, неправильно. Думай о нем не как об удаленном этом ошейнике, ну, удаленно управляемом, а индикаторе доблести. Шесть из вас сейчас стоят на арене. Но здесь только один ошейник. И только один из вас наденет его на свою шею. У нас нету оружия. Но арена, ну, у арены есть. Проверь, какие там шипы. А, ты думаешь о том же, о чем я думаю? Всегда. Давай и превратим их в мусор. Итак, начинаем. Я понял, мусорщики. Так, одного минусанули.
И все? Я знал, что это будешь ты, трэш-хавк. Эти раннеры были БНС, ну типа слабее, наверное, да? Ну я обещаю это, ну как сказать-то, правильно, да, не помню точно, испытывать тебя перед, испытать тебя перед тем, как ошейник будет удален. Короче, суть игры. Рассказываю, да, теперь сначала. Мы просыпаемся с каким-то непонятным нейроинтерфейсом, который нас ведет совершать там какие-то бандитские действия, кого-то постоянно уничтожать, захватить крейсер. Потом из-за этого захваченного крейсера мы стали, можно сказать, рабами. Классно вообще. Достойное испытание, ну да. Сегодня будет отмечен, ну или награжден The Trash Hawks First Match. А, ну, первый матч этого Trash Hawks как истинного гладиатора. В паре с... Red you, чё? With a red you. Ну, типа, со всем, что ты знаешь и ненавидишь. Скам-пилот. Will fully traded for few modes of toilet. Скраб-кинг его также зовут. The Master of Caster Disaster. Mugen. The Metal. Ну, его там что-то, видимо, какие-то умения или хз, там что-то были, а будут протестированы пятью парами из... Оу, так... Ты тот, кто уничтожил крылья скам. Думаю, да. Тогда где мои Hatch Brothers? Не знаю. Не знаю. Я знаю вещи, то, что раннер должен выживать. Типа, как должен выживать, что ли, чем-то. Если хочешь быть square with me, не знаю. А, ну типа он нас переманивает на свою сторону, что ли, и типа показать этим Крюглерам зубы, ну так скажем, да? Ну типа нам этот Неро предлагает, что ли, что вместе больше шансов на выживание. Начнем. То есть, типа, не уничтожать его, да? Пока что.
Оп. Ты что, не долетел, что ли? Кто стреляет там, я не понял. А, ты. Что-то он... Ага. Да попадись ты, ну. Это не очень. Не понял, а чё я в размерах увеличился? Чиринг? Не знаю, как это переводится. Мы в космосе. You want crowd transpeed their tears to you. Типа хочешь отправить им улыбку или чтобы они улыбнулись тебе? Да, очень плохо. Короче, не понял. Не понял я. Типа мы. А. Типа он нам помог убежать, что ли, или что? Что-то вообще непонятно. Ну, типа мы перебили этих крюгеров здесь всех. Походу, да? Отлично сработано на арене. Я не ожидал такого от тебя. А, не ожидал. А, я не ожидал меньшего от тебя. И у меня есть подарок. Этот корабль, на котором ты летаешь, G2 Link, может быть чуть более мощным даже без оружия. Но Link не Link, не Link без бумеранга. Так попробую. Брось что-нибудь в мусор. А, брось это как что-нибудь из того мусора. Я привязал бумеранг to Y. Это charging ability. Ну, заряжающаяся способность. Так что... Longer you hold. Ну, понятно, понятно. Держать нужно. Нормас. Довольно мощная. Дай кубик тогда уничтожить. So what does come stand for? Не, тоже не знаю, как это правильно перевести. Scrap kings on shaven miners. А, типа где обитают, что ли? Unshaven miners. Смысл вообще не понял. Ну, типа, они все усачи, что ли? Вискерс, это же вроде усы, или это бакенбарды, не помню. Ну, типа, они не бреются все, что-то я так понял.
Поэтому у них даже на логотипе вроде как типа усы. Давай посмотрим, что ты сможешь сделать с движущейся целью. Попробуй попасть по мне с бумеранга. Попал. Ой. Traded for scrap. Я так и скреп, так и не понял, что такое. Ну, мухмился это, я так понимаю, их так, ну, это как бы их так раса, что ли, или что-то такое. Мы знаем цену жизни, как никто другой. Межер забыл, что такое. А, так себе, что-то не особо понял тоже. Ну, по-моему, просто поговорили, короче. Ну, типа, хватит тренировок на сегодня, это единственное, что точно понял. Я рад не быть на арене сегодня. Сегодня Зарекс сражается. Зарекс. Кто такой Зарекс? Это чемпион Круглеров. Старый центрианин. Наемный наемник, который устал от Bounty Hunting Geek. Ну, устал от охоты, типа, да. Не в части убийства, а погоня, ну, в погоню, типа устал гоняться, да? Арена это идеально для него. Оплаченное убийство без путешествий. А, типа он ценит битву, что ли, больше, чем Прекс? Как долго он был чемпионом? А, ну, типа, ну, важно не столько как долго, а сколько битв, да, вроде типа того. Его рекорд это 121 победа и 0 поражений. Должно быть хорош. Смотри. Thank you.
Нормасом там. Ты дерешься следующим. Не беспокойся, Зарикс не твой оппонент. Круглер нашел какого-то рода опять скрэп. Битву, которую запланировал. Ну, короче, нет, значит, он не, мы не освободились. Но я что-то неправильно там понял. Мы все еще тут. Я пожелаю тебе удачи, раннер. Выиграй или проиграй. Живи или умри. Мы поговорим скоро снова. Блин, что ж такое скрэп? Придется все-таки перевести. Слишком часто это слово встречается. А, лом. Ути. Ну, короче, ну мусор, короче, лом. Блять, палец 12 тоха пройдено на норме, ну ты вообще, Гоги Бастия, привет. Ну мы живем ради лома, ну мусор, ну будем, давайте мусором будем называть, так, мне кажется, более понятней. Ну или, ну да, мы живем ради мусора и умираем ради мусора. Ни шипов, ни барьеров и нет правил. Сегодня мы фистом garbage крэппинг. Ну типа среди мусора, да. Осторожно с этими бочками. Они взрывоопасны. В принципе, сейчас уже механика, блин, не такая сложная. А, я все еще могу же мусор кидать, я что-то даже позабыл об этом. Кто стреляет-то? Ну да возьми ты его, ну. Ладно, неважно. Напомнил Star Trek. Ну, этот AirKill мне подарил в Стиме. Типа такой реквестик. Если там, если мы даже уберемся отсюда, то нам что? Мы знаем, как можем, как ты можешь сделать это, как sanitation engineer? Что?
Не понял вообще. Не, ну как бы я не обещаю пройти эту игру, по крайней мере, на стрим. Как бы, скорее всего. Ну, посмотрим, короче. То есть, возможно, что я потом ее продолжу не на стрим. Ну, потому что, как бы. В принципе, механика вроде приятная, но. Немножко я такое на стрим как бы не очень, наверное, люблю проходить. Но тем не менее. История. А, эту историю все мы знаем. Она стара, как Крюгеровский клан. День, в котором Грокс и Варил. Снова встали против Свармс Мохмишев. Ну, бойцов Мохмиш в Space Fields. Ну, я не знаю, Space Field это какое-то непонятное заполнение пустоты или заполнение космоса, я хз. Ну, в пространстве, наверное. А, в пространстве Терамор. Меньше людей. Точнее, через Е это даже мужчин, да, по-моему. Меньше мужчин будут бежать. А, должны бежать. Чё? Короче, не важно. Но если. Как-то проронить Круглевскую кровь. Это похоже на железный анчор. Это опять забыл, что такое. Звучит, не забыл, я так и не отгадал, что это значит. Я вначале думал, это вектор, а нет, анчор это что-то другое. Не, анчор это, по-моему, типа это балка или что-то такое. Ну вот типа вот конструкция, вот то, что на фоне, да, вот эти вот балки, по-моему, это анчор, если я не ошибаюсь. Не знаю, в общем. В конце они дали. Ой, не взяли, что верми. Не знаю, короче, как это перевести. Впервые в истории Круглеров роль Грокс и Варил будет заполнена этими, ну, типа, внешними людьми. Ред и Хавк, мы предоставляем вам эту привилегию. Ну, в честь ваших предыдущих побед. Почему-то я не чувствую чести. Это хорошо ведь? Не совсем. Грокс и Варил умерли на Терраморе. А, говно вопрос, ядрить. А, у меня же еще вот это есть, лол, я и забыл.
А, у нас Friendly Fire же как бы есть, да? То есть мы друг друга раним. Только когда... Ред, это же крыса. Только когда крысы, где... А, или... Которые... Как... Количество... Что? Как это можно перевести? Звезды, где Грокс и Вейл прибыли. Я, короче, не могу смысл перевести какие-то, как-то очень странно тут закручены фразы. Или у меня английский совсем, но, ну, наверное, и то, и то. Ну, короче, к нам прибыла куча всякой срани. Привет, Тор. Не, это зареквестил мне Тверкил. Похоже, что мы переписали историю. Но Крюглеры не беспокоятся по поводу этого. Я должен извиниться, Райнер. Я беспокоился, что наша ассоциация может закончиться плохо для тебя. Круглеры убедились, что... А, убедятся, что я убит перед тем, как я смогу почувствовать свою свободу. Ни один Мохмил не выживал на этой арене. Я надеюсь, ты не будешь ты не насильно будешь на моей стороне, когда я sentenced to death by spectacle. Ну, типа, должен буду умереть в спектакле или что-то такое. Тор, я тебя хотел кое-что попросить. Ну, вообще, в принципе, я это мог попросить кого угодно, но... Как бы, ну, не знаю, просто я тебе это писал еще перед стримом, ты не ответил. Ты видишь, я стримлю сейчас на Good Game и на Twitch, да? Оба прямых потока, не рестрима. Ну, ты знаешь, у меня эксплин, да? И ты можешь замерить задержку и там, и там? Сколько задержка? То есть, как бы по моим наблюдениям, и там, она сейчас маленькая. В пределах 13-15 секунд. Если на Твиче большая, то сделай стоп-старт Твича, и это... Ну, она должна стать меньше. То есть, я, например, вчера к Нюку зашел, у меня была... 25 или 27 секунд. Я сделал стоп-старт, стало 13 секунд. Вот. И как бы мне показалось, что это очень даже приемлемо. Так же, как планеты вращаются... Так же, как звезды горят, мы знаем, что этот день придет. Ты не совсем хочешь драться с ним, да, или что-то такое? А, давай. Ну, типа, ты не собираешься с ним драться? А у нас есть выбор? Нет, Райнер. Я расскажу тебе, что моя судьба была уже запечатана. 28 сек. Ну давай теперь это стоп-стартанит, видишь. Только, ну, не F5, по идее, а именно кнопочкой стоп-пауза. Ну, все понял. Пауза, плей.
Крюглеры никогда не дадут сыну этих короля обломков уйти на свободу. Если я упаду, попадаю в арену, я буду рад тебе противостоять, как никому из центрианов. Начнем. А, то есть я сейчас с ним сражаюсь, печалька. Ну, чувак, извини, но да, ты действительно погибнешь в этом бою. Ну, так получилось. Не, ну ты вообще-то хитрюга, я тебе скажу. Ты норм. А, лол. Я проиграл. Двадцать? Ну, 20, конечно, что-то много, странно. Но это возможно, потому что у тебя интернет плохой. Вообще на Твиче сейчас задержка 13 секунд. У меня вот прям стабильно. Вот уже неделю или две. Прям смотрю, всегда 13 секунд. Давай попробуй ГГ. Килл, килл, килл. Рестартик. Мне не очень помог, где его здоровье смотреть, честно говоря. А, не, все, понял. Надо какой-нибудь мусор захватить. Так, он нас повредил, непорядок. Да лол. Опять проиграл. Во, видишь, 14? Ну 14 это же уже нормально. Ну все, 14 же смотрибельно. Ну то есть, в смысле, ну даже писать можно. Ну как бы, мне кажется, интерактивность сохраняется вполне. Все равно я же не моментально чат-то читаю, как бы-то с этим еще учетом, то есть. Ну, в смысле, ну так, ну. Для этого как бы и существуют разные плеера. Смотри на том, что тебе как бы удобнее. Ну,
Ну, как бы да, но просто, блин. Не знаю, мне кажется, как бы в реальности. То есть ты просто судишь по тому, как бы. Сможешь ли ты быстро прочитать это сообщение в чате, которое показывается на стриме, да? Но это не значит, что я его прочту за это же время. То есть все равно я же участвую в первом бою. Я что, думаешь, каждое сообщение сейчас моментально читаю, как только оно в чате появляется? Да ничего подобного. Ну, как бы. Конечно, если была задержка там 30 секунд, то да, это бы, ну, это много слишком. Но мне кажется, что 14 это уже нормально. Блин, надо как-то. Да лол, упади ты по нему уже. Но у него осталась там фигня вообще. Все, нахрен. Ну, прощай. Kill, kill, kill. No. Что ты делаешь? Помнишь ошейник, который на твоей шее? Я не хочу потерять соединение с твоим сердцем и стомач, не знаю. Нет, ну, в смысле, нет, Тор. Ну, как бы речь-то для чего? Для чего маленькая задержка, да? Нужна для того, чтобы, как бы, можно было что-то быстро стримеру, как бы, сообщить, да, и он быстро ответил, а не через год там, да? Ну вот, ну так, а как бы, так как я читаю все равно не сразу, то, ну, как бы, я же вначале в игру, как бы, да, смотрю, потом смотрю, что написали, то поэтому. То есть это как бы в тему, я не ухожу от темы, это как раз таки и есть. А, ну, чисто с технической точки зрения, ну, как бы да, понятно, что там могут геймы там и Твича там больше, чем кибергеймы, допустим, но речь-то именно о том, комфортно или нет это для стриминга, вот это вот сейчас важно. Они essential part of my balanced breakfast. Они часть моего сбалансированного завтрака, что-то. Я не сделаю этого. Ты должен. Я нет. Mothers and brothers, the trash have has loyalty to show mercy, but what about it to protect it? Ну, вот этот вот trash have, то есть он про нас. Ну, как это, хочет показать. Как персита, лол. Милосердие, милосердие. Хочет проявить милосердие, но что насчет возможности защитить его? Даже вы же вообще лалки, лол, часами тут драться-то.
надо это взять, надо вот это взять. Оп. Так, длинное сообщение Тора. Сейчас что-то там. Что-то там. Фабинист вкинул. Привет, кстати. Да лол, ну альтабыси-то. А. А, нет, это я не видел. Так. Тут я считаю, что твой ответ состоит из двух аспектов. Первое, задержка именно дохода до тебя. Прикинь, если она одна секунда или 14, разница есть. Да, и вторая, время отклика, так сказать, когда ты прочтешь, ответишь, неважно какая, желательно, все должно быть как можно меньше. Смотри, Тор, ты не учитываешь. Вот, допустим, да, скажем так, давай, Мария, в игре, допустим, произошло какое-то событие, да, это время отсчета 0. Ты на него хочешь ответить, ну, например, подсказать там или что-то, да? Ты пишешь это в чат. Я от этой точки 0 прочитаю, ну, как бы просто, ну, брошу взгляд на чат, допустим, через там 10 секунд. Ну ладно, через 15 секунд, да? Давай через 15 секунд. А ты, ну, как бы написал его через там 2 секунды, да? Если у нас плеер кибергейма, то ты написал через 2 секунды, и задержка, допустим, там 4 секунды, да, то получается, через 6 секунд оно будет в чате, но прочту я его через 15 секунд, потому что я просто обращу внимание на чат через 15 секунд. А если ты написал через 2 секунды и задержка 13 секунд, то оно появится у меня в чате через 15 секунд, в общем, да. И я посмотрю в чат через 15 секунд, то есть как бы все равно я его прочитаю через столько же по времени. Вот это я хочу донести. Ну, как бы это от игры зависит, Тор, вот понимаешь, как бы вот сейчас вот такое тут куча событий, как бы, ну, как бы я не могу постоянно читать. В некоторых играх, в каких-нибудь там стартреках, там, где там квесты какие-то, ну там, да. Там я моментально читаю, но там как бы не так она и важна, может быть, задержка. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что, в общем, вполне все приемлемо. То есть, в некоторых играх может это быть важным, конечно, я не спорю. Вот, ну, как бы, мне кажется, что 13 секунд или вон 14, это вполне приемлемо. Живи, 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 говорит Кроуд. Ну чё, мы отстояли жизнь этого чувака. Ну в смысле, ну Тор, как бы никто не говорит, что минимальное плохо. Естественно, лучше. Речь о том, как бы именно приемлемо или неприемлемо там ГГ или Твич. То есть, как бы, вот когда ГГ был 40 секунд или минута, это было неприемлемо, я вообще от него отказался, да? А когда сейчас стало там меньше 15 секунд, Twitch и ГГ, ну, у кого что там, да? То я считаю, что это вполне приемлемо. Игра ГМО? Ну, не знаю, ну, как бы, говорю, скорее всего, по ней будет только один стрим, это вот этот, который вы сейчас смотрите. А почему вот. Объясни, Тор, почему ты считаешь ее говном, как ты говоришь? Так, I've decided to overlook your defense in arena. Забыл decided. Ладно, я же хотел не гнаться за переводом. Ну, ты стоил мне многих гладиаторов. Я возвращаю тебе крейсер обратно, украденный у меня.
Ну, типа странно, это по такой подарок необычен для него. Я также даю тебе файтер второго уровня и некоторое количество оружия. Работай на меня, и мы увидим больше этой generosity. Не знаю, что такое generosity. В целом не люблю игры подобного типа. Ты в замкнутой комнате и непонятно, что откуда стреляли. И так вообще само представление мне не нравится геймплей. Ну, не, ну как бы, ну скажем так. Если бы был бы прям сильно интересный сюжет, то мне было бы норм. Но здесь сюжет пока как-то особо не цепляет. И хоть у меня как бы есть определенные проблемы с английским, но все равно сам-то сюжет я понимаю, да, так что как бы не в этом дело. По факту позволяю, не, allow me to give you. Ну, разрешаю мне, ну как, ну типа я позволяю себе взять тебе еще один подарок. Это славная битва между моими лучшими гладиаторами и урок Folly of Mercy. Фоли не знаю, Мерси милосердие. Ну, типа, урок какой-то там милосердия. Мугин. Легко не агитейт его этот ошейник. Агитейт, не знаю. Ну, типа, не снимаешь, что ли? А, мы не хотим, чтобы он слетел случайно. А, так, первое, не пойму, почему бы не сделать такую же игру, только файтинг, именно файт, проработать механику, стили, приемы и так далее, прокачки навертеть и так далее, я бы сыграл, но тут все зависит от подачи. Ну, короче, мы обдумывали с хвостом и такую игру, ох, Торыч мечтатель. Ну, понятно. Ну, не, ну, Тор, как бы, смотри. Ну, вообще, ты же эту игру видел, я так понимаю, да? То есть здесь арена это только, ну, как бы сейчас по сюжету, а так вообще там было. Ну, хотя там все равно был квадрат, по сути. Ну, да, так-то. Ну, мы как бы летали в другие локации там. Итак, начнем матч. Я не понял, что мне делать, если честно. Лол, чего? Чуть-чуть? А, это не я сражаюсь, все. А, Мугина поставили против этого дурацкого, как его там забыл, Зефира или как-то так, или так. И он убил Мугина. Зарикс. Каков наш план? Ну, пока ты хочешь хороший металлический меч. А, пока. И, а, не, по, а, ну да, пока ты хочешь хороший металлический меч, чтобы слайс клинри, ну типа. А, не знаю, короче, как это привести. Что-то там слайс клинри между твоим четвертым и пятым сервикал вертебраю, вот это я не знаю. Я предлагаю нам делать то, что Круглер попросил нас. Mm-hmm.
Я просто сниму этот ошейник. Фидл, не помню. Если ты, ну, включишь его случайно, я обещаю, что я pull your conclusions into quantum time. Типа, ну, если я правильно понял, что если ты его случайно включишь, то я обещаю, что успею за квант времени, типа, прочитать тебе лекцию о том, как ты убил нас обоих. Ну, типа, там мошенник, ну, я так понимаю, если его случайно включить, то он, типа, шею разрубает. Хорошо, ну, хорошо, так что нам с ним делать? Ну, нам нужно доставить какое-то сообщение какому-то центриану, каким-то центрианам, которые Ови, не знаю, Круглер, ну, короче, что-то там. На самом деле тур нет. Думаю, нет. А ты что, хотел пойти постримить что-то? Я с удовольствием пойду посмотрю тебя. Ну, потому что, да, я уже как бы хотел, в принципе, скоро заканчивать. Не знаю, искал, может быть, какой-то момент. Какого рода сообщение? Это дипломатическое письмо? Ну как, вообще политическое, но, по-моему, так не говорят. Написано полит или, ну, мне кажется, правильно как-то дипломатическое, что ли. Донатить надо. Да не, стрим-то заканчивается уже, смысл. Да, и этот ошейник часть Джевелли. Джевелли, да, не знаю, что это. Давай просто отправимся к вейпоинтам, и я объясню по пути. Ну, короче, вот нас вновь отпустили в открытый космос, только тут диалогов столько. Спасибо тоже за донат несуществующими деньгами. Потом как, все равно передоначу кому-нибудь. Может даже тебе. Если ты, конечно, будешь стримить что-то, кроме мультиков. Так, один момент. Acquainted with your new ship. Запомни, ты можешь проверять. А, ну понятно, кнопки, понятно. Бомбочка. Стрелять. Ой, кто-то в меня стреляет. Ну, короче, знаете что? В общем, мы как бы прошли, я так понимаю, можно сказать, целую такую главу, да, в игре. То есть, ну, как бы прошли эту арену, нас выпустили, мы теперь, можно сказать, ну, почти сами по себе, ну, как бы работаем на этого Круглера, но как бы уже не пленники, не гладиаторы, да? Вот. Ну и как вы уже понимаете, да, на этом стрим заканчивается. И, скорее всего, это последний стрим по этой игре. Ну, потому что, ну, просто немножечко не мой формат стрима. Скучновато именно стримить. Играть может быть еще норм, но стримить, честно, скучновато, и как бы это и видно и по активности в чатике, и как бы, и, ну, вообще, то есть, ну, немножко не для стрима игра, либо, по крайней мере, не для моего стрима. Я такое комментить, видимо, не умею. Плюс у меня проблема с английским, это все затягивается, ну, немножечко не то для меня это, вот. Но, тем не менее, спасибо Теркилу все равно за игру.
Хотя бы я для себя, может быть, новый жанр увидел. Вот. Ну, не обижайся, Тверкил. Ну, как бы... Я попробовал. Обещал попробовать, попробовал. Другие твои реквесты тоже попробую на других стримах. Вот. Ну, тем временем... Все, стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся на следующих стримах.